Лайк! Подписка! Бубенцы! Пиши под этим видео столько комментариев, сколько новых хорроров ты хотел бы увидеть на канале. Всем огромнейший привет, уважаемые друзья, зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Евгений, ну или Матрикс, если кому-то так удобнее, ребяшки. Продолжаем проходить Resident Evil Remake. С Луисом добрались до лифта, соответственно, нам нужно зайти в лифт, но перед тем, как мы это сделаем, обязательно нажмите на паузу, сходите на кухню, налейте вкусного ароматного чаю, вернитесь обратно, снимите видео с паузы, потому что хрен его знает, что можно смотреть на паузе, только стоп-кадр. Какая красота. Надеваем наушнички, погнали, следующие 40 минут вашей жизни будут крайне насыщенными событиями. Насыщены событиями. Сам всегда гоню за это и делаю подобные огрехи. Просто прям ай-яй-яйка. Хорошо, что придумали лифт. Согласен, вещь очень полезная. Полезная, полезная. Зачем ты так рискуешь? Мы ведь для тебя никто. Я же сказал, мне от этого легче. Что-то он не договаривает. Лос Иллюминадос. Я на них работал. Вот оно что. Помогая вам, я не смогу искупить вину, я знаю. Но все же я не хочу, чтобы люди страдали. Ну, раз так, будь посерьезнее. А ну-ка, цыц, Санчо Панса. Не знаю, мне кажется, что он что-то не договаривает. Ну, такая себе мотивация. Типа, я работал на Лос Иллюминадос, я чувствую, что делал плохие вещи. Морфин. И раз уж мы добрались сюда, значит, мы почти... Почти что? Ну да. Опа! Смотри, здесь он, его по-другому здесь убили. Краузер. Крузер. Давненько не виделись, салага. Майор Краузер? Какого черта? Зачем? Разыскиваю украденный груз. А, он кусок янтаря передавал. Точно. Убиваю. Плевое дело. Эшли, это был ты. Умный мальчик. Чему я тебя учил? Ножи быстрее. Сейчас хутоешки будут эти. Блять, Стивен и Сиглы! Стивен и Сиглы ебашутся до ножа! Неплохо! Отлично, я бы сказал, не неплохо. Тоже мне. Ты что, подчиняешься сектантам? Они тут. А я серьезно не могу ничего взять? Я сам сделал этот выбор. Прессингуем. Майор, ты совсем свихнулся? Нет. Поебал, Луна. Соберись и покажи, что ты можешь. Ага. Ах ты, сука! Ах ты, сука! Ах ты, сученька! Я понимаю. Это была страшная трагедия. Но это не дает тебе... Куда я? А, нет! О, живой! Поиграли и хватит. А в оригинале нас Сада спасала. Я был очень напряжен сейчас. Как же обидно. На ножичках. Что, друг, плохи мои дела, да? Да. Суть по всему, да.
Все девушки мира будут скорбеть. О, братан, не начинай. Я постараюсь их утешить. Некоторых даже в одном месте и в одно время. Вот, бери. Группой. Ключ от лаборатории. Иди туда и извлеки этих паразитов. Спаси. Такой стильный ключ, вы заметили. То есть, если у вас лаборатория, ключ должен быть стильным. Поэтому сделаем старинный замок. Резной. Кованный. Желательно. Знаешь, я жил по-мудацки. Но теперь-то... Что скажешь, Леон? Люди меняются. Слушай, ну, во-первых, персонажа раскрыли гораздо лучше. Во-вторых, я так понимаю, нам даже его предысторию определенную дали почитать, потому что я сейчас так складываю в голове. Помните, мы читали записки про пацана, который, про деда, там, про пацана, который любил читать Дон Кихота? Вот он вырос, судя по всему, это же он и есть. Так выходит. Ладно, давайте засейвимся. Как бы здесь хотя бы взаимоотношения какие-то были. Потому что в оригинале они виделись там буквально пару раз, и когда... Главпидер протыкал его хвостом, там по-другому он умирал в оригинале, если кто не в курсе. Посмотрите, есть прохождение, если что, на канале. Они на тот момент, может быть, пару раз встречались всего лишь. И Леон там падал на колени и кричал вот это вот: «Ноу, ёба народа! Лучше бы ты мне сиськи оторвал, господи боже, зачем ты это сделал?» Вот. А здесь как бы он такой по-мужицки все дело воспринял, при том, что они пережили достаточно немало приключений вместе уже. Но вот на этот момент неплохо сделали. Переработали игру. Молодцы. Мне нравится. Разработчики подошли к игре более ответственно. Так, есть ли у нас здесь какие-нибудь сокровища? Конечно же, уже нет. Уже я все собрал. Двигаемся дальше потихоньку, помуляся. Что называется? Что называется помуляся? Так, давайте сюда пойдем. Еще один лифт? Или я в тот же самый? Нет, не в тот же самый. Или в тот же самый? Нет, не в тот же самый. Не в тот же самый лифт зашел я. Это хорошо. Леон, да. Времени мало. Слушай внимательно. Твоя подруга на вершине часовой башни. Поспеши, иначе она станет такой же, как и они. А, у тебя все-таки есть сердце. Мне надо сказать спасибо? Да, надо. Спасибо. Так она... Я не понимаю вот этого момента, ребята, кто шарит вот в этом во всем лоре и в прочем. Объясните мне, пожалуйста, мудаку, долбоебу и дураку, как это, блядь, работает. Она же и так станет, как они же в нее изначально паразит засунули. Не понимаю. Помогите мне вернуть самоцвет, украденный наглой вороной. Боюсь об заклад, он сейчас лежит у нее в гнезде. Это, между прочим, фамильная драгоценность нашего владыки. Нечего и валяться в гнезде глупой птицы. Зона двор. В гнезде. Во дворе. Сейчас поищем. Так, гнусный Рамон Салазар. Смотрю его физиономию, и отрыв берет. Я прошу об услуге. Нужен способ найти и изуродовать его портрет в комнате, которая изображена на этой фотографии. Как именно, даже не знаем. Но ударить его чем-нибудь. А, вот здесь, наверное, нужно будет яйцо швырнуть. Ну окей, швырнем. Делов-то херня. Сейчас только посмотрим, что у нас здесь есть. Тихо-тихо-тихо. Маленький ключ. Маленький ключ. Привет, чужак. Привет. Привет. Я обновил ассортимент, друг. Я сомневаюсь, что у тебя там есть что-то сильно нужное. Я поэтому просто починюсь. Хотя, может быть, вдруг кейс есть. Нет, кейса нет. Но материалы и прочее мне пока не нужно. Давайте еще раз сейванемся. Я не топлю за малое количество сейвов. Мне пофигу, какой рейтинг у меня будет в конце, потому что мы не ставим рекорды, мы занимаемся непосредственно прохождением. Так, что у нас здесь? А, здесь у нас зал с насекомыми. Подожди, а где тогда двор? А, вот он, двор.
Ну, здесь недалеко, сейчас мы туда сходим. Так, а где у нас... Я все понял. Портрет висит в тронном зале, судя по тому, что... Бля. Судя по тому, что там лежат сокровища, нам туда нужно прийти. А здесь заново заспавнились насекомые? Зачем нам это? Не надо нам такого. Тем более, что нам необходимо попасть во двор и найти какое-то гнездо. Некое гнездо, я бы сказал. Так, и где же у нас еще есть... А, точно, вот здесь мы запертый ящик с вами не открыли. Так, мы сейчас туда и сходим. Вот такая будет серия. Серия с определенными комбэками. Ну, надо. Надо это сделать, ребята. Я не хочу оставлять за собой какие-то недоделанные вещи. Тем более, если они очевидны. И все, что нам нужно сделать, это просто дойти до туда. Иди сюда, тварь. Где, блядь? Изумруд мой. А ножа больше нет, да? А, есть. Да ты что ты? Сумо. Опа-на! Подрезунчик. Потихоньку будем действовать. Так, а где у нас проход? Где-то прямо здесь. Тихо. Сидеть, оно же лежать. Ничего не осталось. Странно очень. Так, проход и... Ой, что-то. Постой, где-то была... О, да, вот здесь дорога была короче. Да. Да. Так. Двор, а где у нас во дворе здесь может быть гнездо? Или мне просто надо ворон перешибать, что ли? Но опять же, с них, чтобы получить какой-то дроп, надо, чтобы они были подбиты над землей, понимаешь, что? Ну, какого-то гнезда я здесь прям не вижу, чтобы свитое гнездо было. Не знаю, конечно, осмотримся. Ладно, сейчас сначала заберем ключ. Вернее, используем ключ. Заберем драгоценности. Дальше там осмотримся уже. Так, ага, вот здесь можно пройти. И уже будем решать, что мы будем с этим делать. Может быть, ничего не будем с этим делать. Если задача будет достаточно сложной, касательно времени, в первую очередь, то... Да, вот он. То мы забьем хрен. Ага. Красивый жук. Не хотелось бы, конечно, забивать хрен. Но, блин, локация двор вообще, она какова? То есть, ну это вот, вот это же только двор и все? Или вот это тоже двор? Не знаю, сейчас посмотрим. Я просто смотрю, может быть, двор это все прилегающие территории, там, где цветы растут, эти травы, что это? Цветы, травы, что это такое там? Растения какие-то, дендрарии. Дендрариум. Ну, сверху я просто не вижу никаких гнезд. Серьезно. Гнезд пест. С той стороны, может быть. Сейчас посмотрим. Мне особо-то терять нечего. Патронов у меня просто дохренища. Давайте еще вот здесь вот глянем. Может быть, здесь что-то? Вот это тоже интересно. Двор, не двор.
Наверное, двор. Опа, гнездо. Кста. Ха, нашел все. Пригодится. До свидания, мы уходим. Так, стопы. А вот здесь же у нас есть отличная рыбина. Черный окунь, черный окунь. Опа. Стоп-сигнальные огни. Сейчас маленькую подобьем еще. Ну, значит, сожрем. Есть маленький окунь? Нет, только большие окуня. Ну, большой мне больше не нужен, все, спасибо. Просто забили свободную ячейку сразу полезной вещью. То есть когда-нибудь мы этим окунем подлечимся и будем безмерно рады и счастливы на самом деле. Так, птица, живи, ты мне не нужна. Теперь идем в тронный зал, судя по всему, да? Хуйнуть яичком в картину. Угу. Так, все, я понял, куда идти. Дальше можно не сосредотачиваться, дальше можно пиздеть спокойненько. Да, нам сейчас напрямую нужно будет пройти. Может быть, здесь подобьем пару-тройку тараканов. Блять, этот скорпион ебучий. Гори в аду. Укройся пеплом. Только что отсюда выходил, никого не было. Они здесь спавнятся вообще сразу по закрытию, что ли? Учитывая то, что мне еще и надо было там обходить. По закрытию дверей сразу спаун идет. Я же вот здесь вот выходил, не было никого. Куда ты? Нормуль. Дорезал поросюшку. Воу-воу-воу-воу-воу. Раком ушел боком. Подбито. Подрезано. Действуем крайне технично. Просто как боженьки. Да, у нас там впереди была схватка. Все, я вспомнил, где это все находится. Впереди была схватка с двумя бронированными уебанами, которые косплееры минотавров. Но мы их натянули на кукан достаточно несложно, с большими потерями. Еби твою мать, серьезно. Че это такое? Тараканы, не надо. Дебил, сука. Бесит. Так, еще гранаты есть маленькие, хорошо. Большие будем вставлять на каких-нибудь боссов тогда. Или около боссовые какие-нибудь моменты, движухи. Не знаю. Так. Тут ничего не появилось. Надо осмотреть. Может быть, какой-то дропчик появился. Какие-то вазы, может, я до этого не разбил. Которые сейчас бросятся в глаза. Ну, вроде как нет. Так, ладно. Пора взять в руки наш старый добрый верный пистолет. Оставим некоторое количество боеприпасов для автомата на будущее. Да, вот здесь нас бросили вниз. То есть вот сюда мы прям улетели. Хорошо, что нельзя спрыгнуть еще раз. Потому что этот путь проделывать повторно, ну, такое себе очень странное. Опять же, сейчас посмотрим, что здесь по дропчику у нас. По луту, вернее. Дроп маленько другое. Так вот, бля, обворуем. Ой, нос чешется. Почему бы это? Хроники изысканий. Октябрь. Спустя 8 лет после моего пробуждения. Я, наконец, достиг финальной стадии своих праведных изысканий. Пора осуществить слияние человека и насекомого. Экономика, что экономка любезно вызвалась участвовать в моем эксперименте. Я вложу всю душу и сердце в этот проект.
чтобы вывести человечество на новый уровень. Господин Рамон будет мной гордиться. Март. Спустя 9 лет после моего пробуждения. Сегодня родился славный союз. Экономка претерпела немало страданий, но они были не напрасны. Узрите плод наших трудов во всей его красе. Я назову эту прекрасную форму жизни У-3, ибо 3 – самое прекрасное идеальное число. Апрель. Спустя 9 лет после моего пробуждения. У-3. Моя красавица Песанта стала правой рукой господина Рамона. Рамона. Но двое верных слуг лучше, чем один. Пришла моя очередь доказать свою верность. Его верный слуга Исидро Уриарте Талаверта. Я понял. Получается, что экономка — это второй вот этот хуеплет. Вот это вот нёх, которую мы убили одну. А мы вторую тоже будем убивать? Постойте. Вычуренное ожерелье. Так, вижу картину. Милосерднее отче наш, благослови род Салазаров железным молотом. Отец-основатель объявил священное учение Лос Иллюминадос ересью и велел преследовать его сторонников. Более того, он украл их главную ценность и спрятал ее глубоко под замком. Это святотатство, дерзость. Я так много лет страдал от стыда, зная, что мы с ним одной крови. Но день искупления наконец настал. О, возлюбленный владыка Сэдлер, я освобожу священную плага, скрытую глубоко под землей. Час пробил. Что-то у меня губы завязываются. Но я, ребят, как обычно, я после работы, я уставший, как мразь. Милостью Божией грешники переродятся и станут частью паствы. Они переродятся в гонада. Я что хотел, почему запнулся на плага? Плага — это же типа чума. То есть они считали это чумой и спрятали чуму под землю. И, наверное, не надо быть гением, чтобы понять, что лучше ее тут не доставать. Но я так понимаю, что уебищный Рамон и не был гением. Ой, станут верными слугами моего владыки. Ничего не доставит мне больше радости, чем сидеть подле твоих ног, владыка, и греться в лучах твоего величия. Я твой преданный слуга, пес ебаный. Ты мой негасимый огонь, я клянусь тебе в вечной вечности. Вечной вечности, вечной верности. Все, заговариваюсь, пиздец. Так, тебя, уебка, надо яйцом пиздякнуть. А, можно взять. На нахуй. Работает. Ну, мне про этот квест просто вот вообще с самого начала прохождения рассказывали. Из родни. Ну да. Поэтому я, в принципе, знал, что делать нужно. Что нужно донести. А, так здесь, подожди, здесь куры есть. То есть даже если бы я не принес яйцо, то я мог бы его здесь взять. Ёпта, серьезно. Куры такие бегают, блядь. А, я не могу. Так, что у нас за... Ну, там же очевидно, что-то есть. Ну и очевидно, я туда попасть не могу. Потому что в оригинале за троном был проход. О, господин Рамон, после завтрашней процедуры я наконец забуду об изъянах этого бренного тела. Последние остатки моего естества скоро исчезнут. Как это прекрасно. Священная плоть — настоящее чудо. Клятва верности, которую я принесла господину Рамону, единственный луч света, озаряющий мой жизненный путь. Наши судьбы будут связаны до гробовой доски. Можете ли вы вообразить такую преданность? Бреданность. От слова бред я могу вообразить. Получается так? Несложно. О, золотое куриное яйцо. Значит, вот в этого босса надо метнуть яйцо, чтобы он сразу сдох. Сейчас попробуем. Я так понимаю, что скоро будет босс у нас, да? Так, что у нас по... Ага, тут нормально все. Да, по-моему, в оригинале была еще одна локация с лифтом, который был достаточно сложным для прохождения. Он тупил, поэтому... Опа! Поэтому сейчас сделаем вот так. Патрон для дробана и патроны для дробана. А, не могу. Ну, сейчас покопим, значит. Для пистолета патроны у меня, слава богу, есть. Трещоткой мы не сильно пользуемся.
А вот Драбан в нужных случаях он прям решает. Там урона с него выходит, я того всю маму ковырял. Так, здесь-то петухи опять не ожили? Не заспавнились? Очень надеюсь, что нет. Так, давайте сдадим квесты. Молодец! Тебе можно довериться. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Нет, ничего здесь редкого. Привет. Подожди, а мне же надо поцарапанный изумруд продать, да? Отлично. Ты профессионал. Слушай, интересно, а можно было его вставить куда-то в маску и продать вместе с маской? Вот это было бы интересно, кстати. А я что-то затупил. Надо было, наверное, так и сделать. Надо было его продать вместе с масочкой. А вот и часовая башня. Эшли, держись. Так, ну давайте пойдем посмотрим. Так, есть ли у нас здесь какие-нибудь полезности? Ну, типа, пожалуйста, и патроны к трещотке сами пришли. Сами пришли, просто ничего не надо даже делать. Ай, статуя! Слушай, я забыл про эту локацию. Была же еще локация со статуей. Ей. Сейчас статуя за нами бежит, да? Завидное упорство, мистер Кеннеди. Однако, боюсь, твой путь завершен. Человек, иди ко мне. Твой путь завершен, человек. Так, я, пожалуй, отойду, чтобы меня не стреляли, по крайней мере, сверху, да? А чё стоим? Кого ждём? Вот, дождался, да? Ой, я затупил! Ой, я затупейло! Я затупейло! Прикури, прикури, пожалуйста. Вырвется. Нет. Я немножко затупейло. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Со всех сторон что-то шепот стоит. Это раздражает и заебывает. Угу, вижу. Но не попадаю. Как бы да что такое? Че у меня сегодня с речевым аппаратом? Видите, попадать это сильно разные вещи. Сдохни, маленький упырь. Ебать, она здоровая. Ебать, там бочка внутри. Я разъебал статую? А в роте? А в роте вроде ничего нету. Так, ну ладно, давайте пойдем дальше. Не знаю, что нам это даст. Ага, вижу. И даст ли нам это хоть что-нибудь? Ладно, не будем тратить патроны, пусть подойдет поближе. Все равно особо другой дороги нет. Другой дороги нет, кроме как... Опа. Кроме как лететь на меня в лоб. Потому что сзади они там уже не подойдут, там я все зачистил. Так, тихо.
Я примерно пытаюсь ориентироваться на шепот, если что. Я очень сильно нервничаю, если что. У меня прям начинаются вот эти, блять, почесунчики. Отловил. Смотри, что и не идет. Мне идет и не надо. Ага. Блять. Да ты что творишь-то, дружище? Ну качни башкой своей тупой. Спасибо. А, живой еще? Интересно. Вижу. Чего? О, сзади пришел! С косой! Косить что ли будешь? Ты че, братан? Че здесь косить собрался? Глупый что ли? Завязывай. Я косарь ношу косу. Опа, опа, опа. Вон еще стоят. Но вот здесь бы снопа, конечно, пригодилась. Я даже ничего говорить не буду. Здесь снопа бы, конечно, хорошо пригодилась. Сейчас мы попробуем обойтись без нее. Нет, без нее мы тут не обойдемся, только тратим патроны, хорошо. Так, что у меня по... По пороху наращиваем патроны к пистолету. Игра нас без патронов постарается не оставить в любом случае. То есть, если у нас будут заканчиваться патроны к пистолету, нам игра, я думаю, даст патронов. Перестань. Умри. Крайняк у меня еще к трещотке можно сделать патроны. Материалы есть. Нормально. Кашлять не будем по этому поводу. А что вообще по сокровищ? Ебать, там что-то сокровищ куча. Ну, они где-то наверху, наверное, да? Ну, опять же, у меня уже настолько дохрена всего, что я даже не продаю. Что я даже не знаю, нужны ли мне какие-то еще сокровища. И зачем они мне нужны? Просто свое эго потешить, что вот они у меня есть. Ну, а почему нет, с другой стороны? Блять, сдохни. Да попади ты в него, господи! Как это работает, блять, я не понимаю. Перезарядились, пошли. Понеслось, да? Да. Пиздец. Блять! Я вот этого не пойму, как это работает? Как это, блять, работает, господи? Почему? Это чит какой-то. Я не удивлюсь просто, что разработчики специально делают такую хуйню. Как я, блять, наставляю оружие, сука, на уёбка. И это оружие, сука, не наставляется на уёбка. И прям в момент выстрела прицел просто уходит. Вот. Серьезно. Это не потому, что я криво прицел ставлю, блядь. Вот серьезно. Прицел как будто бы уводится. Умри нахуй. Я же вижу, куда я стреляю, господи. Оборавлю. Да все, пропустите. Вот опять он как... Вот! Вот, вот это что такое, блядь? Что за контурная стрельба-то? Приятно быть гостем в таком месте. О, заебитерс. Оно просто не доводится. Сам ты падло.
пизда мне, да? Ой-ой-ой, пизда мне. Так это не работает, получается. Ах. Ладно. Ладно, хуй с ним. Ну скинь. Пожалуйста, ради боженьки уже, блядь. Чё ты сделал, блядь? Нахуй ты развернулся, ты уёбище лесное? Я не могу, я хуею. Да, вот опять. Я сейчас, блядь, выкину нахуй эту игру ебаную со своего жесткого диска, блядь. Это что за читовство-то, блядь? Реально это меня прям пробешивает. Ладно, когда я, блядь, виноват. Я прекрасно понимаю, я признаю, что есть такие моменты, когда я что-то не так делаю. Я при этом всегда говорю, что, бля, ребят, что-то я заступил. Ну здесь-то, блядь, как так-то? Такое ощущение, как будто в последний момент просто смещается прицел. Я вам вот клянусь. Это что, качка прицела так реализована, блядь? Ну это, блядь, тупо. Сам ты падло. Пиздец, ты заебала. На нахуй. Гори в воде. Беги ты, ебаный ишак. Ну что, блядь, и не бежит нихуя. Прям бесит. Ты зачем это делаешь? Умри просто и все. Спасибо. Спасибо за понимание. Вон он, сучий потрох, где. Так, где-то на этом уровне у нас сокровище должно быть. А, ну прямо здесь это должно быть. Вот оно, я вижу. В смысле живой? Ты издеваешься? Или не живой? Боже, я ничего не понимаю, что происходит. Нет, вот он мертвый, вот он мертвый лежит. А, я понял. Окей. Погнали. Пойду схожу. Пособеру. Сам ты, блядь, запарадла. На тебе. О, сеньор, говорит, такой. И прям хуяк налетел. Бочку не взял, опять же. О, дурачок. Еще партеечка будет? Или на этом хорош? Так. Подожди, вот это тоже сундук, по-моему. Так. Да, как будто бы вот здесь есть тоже сокровище какое-то. Ну, как туда попасть? Причем оно вроде как на моем уровне. Что? Я не вижу. В упор. Как-то работает. Я не понял. Так, сейчас поищем. Сейчас посмотрим.
Наверное, вот здесь можно пройти, да? Ну, конечно. Ну, конечно. Так, все, тут уже прохода дальнейшего нет. И у нас получается лифт, да? Сейчас будет очень душно. Вот сейчас, походу, где у меня разлетятся все патроны на дробан. Лифт. Как удобно. Лифт, говоришь, да? Ладно, пока постреляем пистолетом. А может быть, ты сдохнешь нахуй, а? Так, готов. Воу! Может быть, вот так? Пока вижу только два направления, откуда они могут прыгнуть. Да? Воу-воу-воу-воу! Не-не-не, стреляй! Так, ладно. Берем трещотку. Чего? Чем я это сделал, но вроде сработал. Уйдите нахуй. А, все, приехали. Полезная вещь. Слушайте, ну здесь лифт не такой душный. Я бы даже сказал, он интересный. Вот только я там проебал где-то. Судя по всему, драгоценности. Ой, ну и хрен с ним. Вот серьезно, что-то я уже это... Мне уже драгоценности не сильно нужны. А может и нужны, не знаю. Да, вот здесь проебал. Где-то засад... А, нет, подожди, или... Нет, проебал. Чего? Ага. Дверь. Я понял. Ах ты, сукин кот. Вот пошли. Куда вы идете? Ладно, хорошо. Значит, нам туда дорога. Скотина. Прикольно. Стоят. Друзья, наверх как мне попасть? И чё? Попала, мразь. Я думал, что она по предыдущей моей позиции стреляет. Но я ошибался. Как никогда. Вот оно чё! Продолжить. Ну, значит, и к счастью. Продолжить. Все, там бегать нельзя, получается. Хуй на это представление. Забиваем мы.
легко. Да, блядь, попади! Спасибо! Че перезаряжался, если тут надо будет еще одну сбивать хуйню. Ладно. Все, я понял, да, здесь бежать нельзя, я понял. Спокойно сейчас пройдем. Ну, хуже эти условности. Ага. Ты же умерла. Разве нет? Да, там торгуюсь, я сейчас туда пойду. Сейчас здесь только пропну все. Шикарно. А может быть, у торговца можно купить порох? Порох у торговца был бы кстати. Есть мнение, что впереди будет чуть ли не драка с боссом. Бля, у меня нет красной травы. Плохо. Поэтому сейчас мы все соберем перед сохранением. Потому что, скорее всего, босс нас пару раз-то помотыляет. Ну нет, пороха здесь не было. Да, и я все-таки проебал одно сокровище. Да и хрен бы с ним. Не суть важно, не столь сильно нужно. Привет. Вот починиться точно нужно. Я обновил ассортимент, друг. Это что? Схема тяжелой гранаты мне не нужна. У меня все товары высшего качества. Так, улучшить. Боевой нож в порядке. Вот это нам точно надо улучшить. Отлично, а что у нас есть обменять? Нет, у меня пороха нет. Хотя, подожди, а купить и где ингредиенты? Вот они. Нет, здесь только материалы. Итак, выполни оставшиеся плохо. Просьбы, прежде чем и... Ну, давайте сохранимся. И дальше. Вот, и дальше пойдем уже, ребятушки, в следующей серии. Как ни крути, такие дела. Все, ребятушки, не забываем проставлять ваши лайкосики, оставлять комментарии, заходите в группу, ссылочка внизу в описании под видео, там же ссылочка на наш телеграм-канал. На сегодня все, я с вами прощаюсь, с вами был Евгений Лиматрикс, всем пока-пока, еще увидимся.